Всем привет! Вы, наверное, все помните, что несколько дней назад вот эта пародия на FNAF стала довольно-таки популярной. В общем, меня с этой вселенной поближе познакомил мой лучший друг, с которым мы частенько общаемся в Дискорде. Он мне рассказал, какие-то персонажи есть, какие-то механики и так далее. И, в общем, мне эта вселенная очень сильно понравилась. И я решил скачать эти три части, блин. Это первая, вторая и третья, которая недавно вышла. В общем, раз эта игра популярная, то мне тоже надо быть в тренде, как полагается. Ну и в общем, давайте. Снимаем первую ночь. Вот, первую часть этой вселенной. Вот она. Вот он наш Фламти. В общем, давайте. Выживи до 6 утра. Так, я сделал погромче. 40, вот нормально. Так, у нас тут комната прям похожая на... FNAF. В общем, он сказал, что он идет за нами. Мы вот видим, что он идет за нами. Вот тут как раз стоит он. Как раз вот тут. Ну. Не понял, на что ушел. А, он сюда ушел. Так, еще этот пацан в этой шапочке встал. Его зовут Блэм, если что. В титрах будут их имена. Так, куда ты ушел? Твою ж налево! Как он так быстро за эту дверь оказался? Вот очень вовремя! Вот очень вовремя ты, блин! Значит, на секунду ты подошел к моей двери, я закрыл, и ты ушел сюда. Ну, блеск просто. Так, а тут бобер. Прикольно, конечно, поза у Блэм, вот. Руки вот так, ноги... Так, ну, окей. Это только 12 часов ночи, а он уже, блин, попытался на меня напасть. И вот что это за хрень такая сейчас была. Так, ты куда ушел? Так, комната 2Б. Бобер, привет. Не понял. А куда он ушел-то? А, блин, они тут по сторонам стоят. Закрываю. Твою мать! Ух, твою мать! Что вы хоть тут делали, блин? Так, бобер тут стоит. Сидит на точке. Так, могу что ли открывать все двери, да? Но нет, я пока что еще подержу закрытый. На всякий. Вдруг он попробует еще раз ко мне залезть. Вот это у него личико. Куда он смотрит? Телефон. Сдохни, пожалуйста. Не по... А как он магическим образом переместился сюда? Твою мать. Ну. Ладно, закрою. Не понял. Так. Я, кажется, вовремя эту дверь закрыл. Телефон. Заткнись, пожалуйста. Так, все, я могу открывать эту дверь. Налево! Нахрена так резко, хоть! Так, ты куда свалил? Не по... Ты куда свалил? А, он тут. Я тут дверь пока что подержу закрытой. Так, он тут еще стоит. Бля, муха. Потом будет активен... Активна вот эта зараза, которая... Появляется в сломанной камере. Ван, закрой ее. Так, Фламти где? Фламти! Закрываю дверь. Это сейчас по-любому. Так, да ёп! Ёперный театр. О! Вовремя. Вовремя.
теперь ждем, когда он тут появится. Но хоть я и все знаю про эту игру, у меня все равно были фейлы. Бля, втулка закончилась. У него осталась только втулка, бля! Ты где? Он тут. Да куда же вы, блин, уходите постоянно? Три часа ночи. Я уже закрою две. Потому что сейчас может убежать бобер. Три часа ночи. У меня только вот это осталось. Повезло. Прям очень повезло. Вот какого хрена ты стоишь, а? Блядь, не бухайте меня так. Ну, плиз, не пухайте меня. Стоит. Бобер? Не п... слушай, а ты чё тут забыл хоть? Бобрик. Бобрик, ты мой родной. Ты чё тут забыл? Так, ладно, он может пока что отдыхать. Мы посадим за ними двумя пли... Господи, ну хватит меня так пугать, ну пожалуйста, не пугайте меня так! Твою мать, ну по сторонам стоят! Блядь, мне неудобно уже. Твою мать! Ты куда? Чё? Клоун? Приветики! Фламбте тут. А Блэн наверняка уже на первой камере, просто там... Ну нету, блин, актива! Ладно, я эту дверь я открою. Там не будет уже ничего. Кроме Блэма, как этого засранца. 4 часа утра. А у меня осталась только вот эта часть батареи, блин. И как мне продержаться на оставшиеся 2 часа, я не знаю. Твою мать, закройся! Тут еще такая проблема, типа с каждым понятием планшета клоун все чаще вылезает из своей дыры. Типа мне надо не меньше, не больше 20 раз поднимать планшет, чтобы не умереть от клоуна. Блять, вот он стоит. Закройся. О, повезло. Твою мать! Ты это, не удивляйся, мне просто это... Где, блин? Ладно, я оставлю эту дверь. Открытой, что ли? А вот это, вот это закрытой. Чё с бобром? Бля, вы что, издеваетесь, что ли? То Golden Flamp-ки появляются, то еще какая-то хинея. Я боюсь, я не выживу. Но я вот боюсь, я точно не выживу. Меня либо бобер убьет, либо Блэм. Ну что и требовалось доказать. Сейчас мне кто-нибудь убьет из них и все. Все напрасно. Ну я же говорил. Ух, твою мать. Глаза, блин, мои приготовили. А к яичнице, окей. Ладно, вторая попытка. Вот они, два засранца, сидят тут. Флампти не говорит свою эту «I'm coming for you».
Они даже не двигаются, блин. О, двинулся. И сразу ко мне! Твой худший кошмар сбежал в туалетную бумагу. Что? Из... Аут? Из туалетной бумаги? Ты должен быть... Ты должен смотреть за камерами, да? Новые... Какие-то дорк-рифмы. Вламьте... Потому что он чувствует, что это... Блядь, я вообще не втыкаю, про что он говорит. Так... Могу пока что открывать эту дверь. Так, Блэм еще тут. Чувак выпил лаву и живет. Вот он говорит про Реймана. Думаю, понятно уже. Ладно, закрываю дверь. Ты где? Флэмпти тут. Окей. Хотя ладно. Пытаемся, короче, экономить эту батарею. Час ночи. По идее, он сейчас должен напасть. Появись ты, блин! Ты что, свалил, что ли? Нет, не свалил. Твою мать, закройся! А тебя нету. А ты тут-то! Так, все, бобер теперь тратит свою туалетку. Так. Блэм уже тут. Так, открываю эту дверь. Ждем, пока у бобра не закончится туалетная бумага. Это, блин, чё он там? Он, блин, все свое время сидит на этом толчке. Слушай, у тебя жопа не отсидел. Нет, ты жопу себе не отсидел там? Спасибо, блядь! Погоди. Ты куда, блядь, ушел? Что это прикольная музычка играет? Где Флампти, блин? А, Блэм уже за дверью. А Флампти тут. Так, все. Открываю эту дверь. 2 часа ночи уже. Блять, его рожа это шикарная. Ну да. Стоило только камеру на другую переключить, и он уже тут. Блять, потрясно. Интересно, как такое лицо помещается на таком личике? Ой, на такое личико появляется на таком, таком маленькое лицо на большом яйце. Это как? Ладно, не важно. Главное, что надо быть предосторожными. Ну, естественно, блядь. Ну, давай, 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 давай. Заходи сюда. Ладно, закрываю. Так, Флампти, Флампти, Флампти тут. Открываю. Нахрен открыл тогда? Я чё-то не по... Я понимаю, как вы за ними уследить? Они ходят, блин, вообще не знаю куда. То они оказываются на другой камере, на одной камере, то оказываются на второй, блин. Я вообще не понимаю, как за ними всем уследить хоть. Чё с бобром? Втулка не осталось. 3 часа ночи, он сейчас выбежит. Он сейчас выбежит! И нахрен не открыл. Ой, закрыл эту дверь. Если он через секунду все равно оказался бы тут. Ну. Так, ну, это, давай. Выбегай уже, блядь. Так. Ну, давай. Так, Блэм на 4-й камере. И этот... Ты че ломаешь камеру? Стоп! Твою мать! 3 часа ночи, что мне делать? Я сейчас тупо все тут потрачу, батарею. Блять, окей.
Так, я сбежал. Бежит он на ножах. Кто-нибудь скажет мне, почему он бежит на ножах? Я вообще не втыкаю, где находится этот... Все он тут. Естественно, ты тут. Спасибо тебе большое. Получишь мне, блядь, все. Батарея, блин, быстро разряжается. Вот прям очень быстро. Так. Короче, все. Приветик. Вы надо мной постебаться решили, по-любому. Но он вышел уже, да? Или нет? Или он на второй, или он на четвертой камере? Как понять, блин, где он? Он тут. А Блэм уже на той. А, я тут, походу, начало первого... Я, походу, доживу тут только до начала пятого часа. И все. И никак по-другому. Значит, тупо посвечиваю двери. Все. Пятый час. Не, ну, блин, я по... Это реально вообще? Это вообще, блядь, реально? За ними вообще трудно следить. Мне почему-то кажется, что с закрытыми дверями я проживу максимум до 2 часов. Мне почему-то так кажется. Так, не сюда ушел. Знаешь, что он ушел на эту камеру? 2Б. Блэм поднялся. Бобер читает газету. А Фламти тут. Надо, короче, следить за этим яйцом. Он ходит, блин, вообще как захочет. Так, он на этой камере. Ну, Блэм ходит по этой траектории, типа камера 1, камера 4, камера 2Б. Ну, все понятно, то есть. А Фламти ходит вообще как хочет, блин. От камеры 1 можно начать, потом камера 2А, потом камера 4, как хочет он, короче. Так, они встретились. Бобёр читает свою газетенку. Вон, короче, основное... В основном надо следить за этим яйцом. Потому что он ходит как хочет. А Блэм хоть по заданной траектории ходит. Так, ты куда ушел? Сюда. На первую камеру. Блэм на четвертый. Бобер поднялся. Так, ты куда... Спасибо. Ну... Все, спасибо. Не по. Ничего не по. Ты где? Он там еще стоит за дверью, да? А, не, все, он уже поднялся. Да блин. Давай.
Нет, не туда ушел, короче. Он ушел на камеру эту. Вместе с Блэмом. С моим любимым персонажем. Короче, мы знаем, что когда Блэм попадает на эту камеру, он не будет отходить назад, он прям пойдет к нам. И что самое забавное, когда они стоят у двери, они не попадают на наши камеры. Так, ну у него туалетка еще есть. Странно, почему Фламси сейчас не нападает. Фламси, блин, должен нападать. Но он ни разу ко мне в этот раз не зашел. Так, втулка. Осталось только втулка. Смот. Ну ты куда, блин, ушел? Сюда ушел. Хорошо. Камера четвертая. Они встретились. Знаете, за ними следить начинает становиться тупо скучно, когда вот тупо несколько врагов активно и все. А когда уже все активничают, так это все. Это, блин, караул тупой. Я серьезно говорю. Когда там бобёк прибежит? Куда? А, ну шёл на эту камеру. Точнее, камера 2Б, блин. Ну, в принципе, я ещё и вырубил закрыл, потому что он может... Этот Блэм может ко мне сейчас зайти. Ну, я так понял... Блин. Так, 3 часа ночи. 3 часа ночи, он сейчас ко мне прибежит. Ко мне сейчас прибежит этот бобёр. Всё, бежит. Да, блядь, уйди. Вот ради бога, прошу, уйди. Так, ну ладно, пока что я уже играю как профи. Я слежу за ним, блин, в оба глаза. Я понимаю, куда они идут. Нормальненько. И, кстати, почему во время скримера у них в этой части меняется цвет кожи? Типа, у него белый, короче. Но во время скримера у него фиолетовая голова. Блять, эта скотина пришла. И Фламти тут. Просто друганы, блин, на века. Но вообще-то надо следить как раз-таки за яйцом и Блэмом. Так как бобёр пробегает только один, только бобёр пробегает только два раза, а Редман один. Да, этот чувак, которого моя камера, это Редман, блядь! Так, ну за ними пока что могу не смотреть. Стоп! Я тебя сейчас съебу, зараза! Да ёб твою мать! Я за... Клоун, привет! Ну, смотрите, в этот раз я сэкономил довольно-таки много энергии. Завали свое хлебало! Так, они двое уже ушли, я так понял, да? Ну, вроде да, могу открывать. Тарарарарарар! А Блэм тут. Все, могу открывать. А эту закрывать? Чё ты на меня так смотришь? Вот чё ты на меня так смотришь? Может я... Ладно. Я это говорить не буду на Ютубе. Это не цен... Это, блин, не принимается. Я вообще-то про медицинское сейчас говорил, а не про пошлое. Где он? Где, блядь? Они тут. Куда эти двое ушли, блин? Они на камере. А, они на этой камере. Блядь, я слишком запутался. Уже этот, блин, высунул свою лапу. Мне, блин, просто страшно. Мне просто страшно сейчас. Потому что я боюсь, что они могут попасться тут. Так, камера 2Б. А, Фламти где? Закрываю. А, Фламти где? Он по-любому на первой камере.
Клон. Да нет, он тут. 5 утра. 5 утра. Осталось еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, посмотрите, сколько я энергии сэкономил. Я не... Не, этот... Чувак приходит, блин... 2 раза все-таки. Не пом... Блин! Нахрен я тогда открыл эту дверь, блядь? Твою мать, ну твою мать. Вот как так можно? Почему я так заступил? Почему я открыл эту, блин, дверь, когда мог просто посидеть? Почему я такой тупой хоть? Сейчас, иди сюда. Бесит, блин. Не сюда, он ушел. Он ушел на 4-ю камеру. Вот за этим яйцом нужно смотреть в оба глаза, так как еще Редман и этот Блэм. За ними еще можно как бы не смотреть. Но вот за Флампти нужно смотреть в оба глаза. Он, блин, бесит сильно. Даже когда клоун стоит, он, ну, в этой дыре. Он все равно, блин, должен... Это яйцо должно быть видно в камере. Все равно. О, блин. Так куда ты ушел, собака? Сюда. Он ушел сюда. Так. 4-я камера. Так, они ушли. Они по сторонам стоят, ну ёперный театр. Тарат. Неверно бесит этот звук. Заткнись! Флампти, ты где? Нету его тут. Он на 4-й камере. 1 час ночи. Он стоит на 4-й камере. Бобёр очнулся. Флампти. Блэм отошел. Флампти, блядь. Я из тебя реально сделаю яичницу, если тебя увижу в реале. Я из тебя, блин, яичницу сделаю. Так, Блэм, ты отдыхай. А я возьму за этим Дауном. Байбер, ты тоже, кстати, отдыхай. Да блин, сука, вы что, серьезно, что ли? Опять по сторонам вы. Закройся! А ты куда ушел, блин? 1-я камера. Окей. Кстати, Байбер, а как ты так быстро тратишь эту бумагу хоть? Что к концу 2-го часа у тебя остается только втулка. Заткнись! Угу. Музыка, блин, прикольненькая. Из музыкальной шкатулки, по-любому. Второй час ночи. У меня, блин... Блин... 2/5, что ли, потратилось? Я ничего не понял. Захлопни свое рыло. Так, ну, короче, побежит в 3 часа ночи, я так понял. Этот бобер побежит в 3 часа ночи. Не, ну, короче, увидали, как я тупанул, блин. Короче, он, блин, был. За дверью
У меня дверь, короче, ни одна кнопка не нажималась, и тупо он взял и вылез. Не, ну это пипец. Это пипец, за ним нереально уследить. Твою мать! Нет. Папа. Я чуть в флаг-таймонг попал и... А, не, походу, не попал. Просто не увидел Блэма на четвертой камере, блядь! 2Б. Оба на камере 2Б. Закрою. Я закрою, блин. Ну, на всякий закрою. Я буду следить за этим чмырёнышем. Куда? Первое. По-любому первое, да. Все, он стоит за дверью. Этот пора стоит за дверью. Интересно, как я могу так оскорблять своего любимого персонажа? Как я могу так оскорблять своего любимого персонажа из ОНАФ? Куда? Сюда, блин! Прям ко мне! Сука, я тебя ненавижу. Мне за него приходится держать эту камеру, эту дверь закрытой. Ну ладно, я ее открою. Так, тут никого нету. Тут тоже вроде бы никого нету. Да, никого нету. Бля. Кстати, прикольно тут комната на эти камеры. Но нам надо следить не за этой комнатой, а этими чудаками. Четыре утра. А мне страшно. Вот он, чувак, который ломает камеры. Привет! Открываю! Не... Так. Он на четвертую ушел. А теперь на вторую А. Мне почему-то кажется, что когда он на камере 2А, он после этого не нападает на меня. Он нападает, находясь вообще в другой камере, типа. Камера 1, или камера 4, или камера 2А. А вот на камере 2Б. А на камере 2А он не нападает. Довольно-таки странненько для него. Вы сейчас сдурели, что ли? Что с бобром? Втулка осталась, блин. Осталась только втулка. Ну ладно, я открою эту дверь пока что. Нет, блин, закрою опять же. Что с бобром? Повезло, блядь. Так, я левую дверь не буду открывать, зная свое везение. Что с бобром? Так. Успел. Так, Фламти стоит тут. Блэм тут. А Фламти тут стоит. Мне очень страшно. Как бы либо я выживу, либо я сдохну. Так, у меня сейчас что-то... Есть! Есть! Я выжил! Я выжил, наконец-то! Хам. Спасибо, я хам. Титры. Она наш Флампи. Звезда. Флампти-бампти.
Именинник Блэм. Бобер. Редмен. Гранг Фусклоун. И золотой Флампти, которого мы уже увидели. Конец! Яичный конец! Все, в общем, мы прошли первую часть One Night at Flampty's. В следующий раз я пройду вторую часть, а потом уже и третью, но только одну ночь. Потому что в третьей части есть еще вторая ночь, у которой свои особенности. В общем, на этом всем удачи, всем пока, спокойной ночи. Ну и всем удачи. Советую скачать эту игру, она охуительная. Ладно, всем пока.